خم خرد دعا لخبت خوين الجس خبره هيربوي نسد Yeah.
Что? Тебе не уйти. Leren, se va, sa che capuche nuet. Chamem hejinot, se va se hernik. Разойдись! Халес, халес! С дороги!
Вот тупица, что ты делаешь?
Чтобы найти Гиену, мне нужен Мирет, человек Аполлодора. Он торгует где-то на этом рынке. Кемерwen Несу. Дурные вести. И что с кольцом? И что с кольцом? И что с кольцом? Тура погиб. О, вот беда. А кольцо? Да, не повезло ему. А что с кольцом? А кольцо нашел? Ну да, нашел. Вы что, не слышали? Про Туру. Это все из-за них. Отдай кольцо. Меджай, умоляю. Они неблагодарные. Это кольцо мое. Оно мое, ведь я все делал сам. Отдай его мне. Оно мое. Я его заслужил. Отдай мне. Я его заслужил. Отдай мне. Оно мое. Мне пора идти, братья. Где же грусть? Ваши друзья мертвы. В Гизе такое не редкость. Где оно? Нек, кольцо! Стараюсь держаться подальше от остальных. Как только найду кольцо, вообще убегу подальше отсюда. Поторопись. Другие могут найти его раньше. Нет, я этого не допущу. Это кольцо мое. Кольцо еще не нашли, но я думаю, оно должно быть где-то рядом. Думаю, его нашли другие. Ну нет. Нет же. Или да? Ты надо мной издеваешься. Да чтоб их! Надо найти кольцо первым! Ищи дальше. Думаю, оно еще появится. А, я никогда не сдаюсь! Энис Седжерьет. Хнум мес нио джерианх?
בדדוק, אני תחיית. אני סג'ריית. Ты или слишком глуп, или слишком храбр, раз явился сюда. Ты не Фертари, да? Я должен тебе много молитв. Свинья! Некит и одет! Это жена Руджика. Чего еще ты ожидал? Сюда, Байк. И не забудь свои молитвы. Пригодятся. Мне жаль ее. Но выбора не было. Тебе лучше. Ты уже не похож на труп. Или лучше, ты лишь убиваешь? Руджик лишь начало пути. Да, я помню. Сам. Куда ты меня ведешь? Искупить вину перед Анубисом. Вину? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Ну да, с чего бы? Ты ушел, едва очнувшись. Знаешь, здесь добывают натрий для всего Египта. Большая часть идет в Мемфис. Он нужен для захоронений. Погоди. О, ты болен. Мои руки. Я... Мозоли на твоих ладонях все больше, Неб. Это все плиты. Знаю. Попрошу кого-нибудь поменяться с тобой. Руки хоть немного отдохнут. Но натрит используют не только так. Им можно очищать раны. А еще он отлично смывает кровь с рук. Гораздо лучше, Неб. Я попрошу принести тебе отвар от боли. А мой брат? Отдыхает. Ему нужен покой. Не будем больше об этом. Почему здесь так много больных? Анубис разгневан, Байк. Да, так правда будет лучше. Видишь ли, с тех пор, как ты ушел, лампы у его алтарей не горят. Хорошо бы. Теперь мы беззащитны. Перед кем? Перед Анубисом? Чтобы это ни было, многие пострадали, пытаясь зажечь огни заново. И не все вернулись. Анубис требует, чтобы перед ним предстал ты и никто другой. Я зажгу огни и развею проклятие, или знак, или что бы ни было. Будь так добр. Умиротвори Анубиса и заслужишь мое прощение. София, отнеси Фимиам людям у воды, ладно? Тебе мои напутствия ни к чему. Всего есть три алтаря. Один на юге, один над источником и еще один в ломаной пирамиде. Туда ты дорогу знаешь. Хай, бессешен герех. У
Лампа Анубиса должна быть где-то здесь. Лампа опрокинута. Где чаша? Ограда сломана. Здесь была драка? Это кровь. Кто-то упал или был сбит. Нефертари не преувеличивала. Он погиб, пытаясь зажечь лампу. А вот и чаша. Видимо, упала, когда опрокинулась лампа. Талисман? А, вот так. Осталось только зажечь ее. Славлю имя твое, страж врат Дуата. Sanebebzeb, enkeku! Эй, что? Умри! Нэп в опасности! Держите их! Я дам сигнал! В сторону! Держите их! Я дам сигнал!
Алтарь. Лампа должна быть где-то здесь. На полотне кровь. Кто его повесил? Нет! Проклято! Славлю имя твое, страж врат Дуата. Это было непросто. Кто-то решил помешать мне? Талисманы Анубиса. Кто принес их сюда? Зачем? О! Гниющее мясо дает сильный запах. Кто-то приманивает хищников?
Но! Но! Славлю имя твое, страж врат Дуата. Последняя лампа. Вернусь к Нефертари. Sneeuw, Jerian? Ga binnen. Ga, Gertian. Nee, nee. Ga je possession, Gerrit? О, великие силы, синенная зеница солнца, что оценивает нас. О, великий Анубис, спасибо. Какие вести? Лампы горят священным огнем. И я буду молить Анубиса о прощении. За лампами были эти талисманы. Ты знаешь что-нибудь? За лампами? Думаю, они защищают от зла. Я буду настороже. Послушай, мятежникам нужна помощь лекаря. Я бы отправилась к ним сама, но сейчас нужна здесь. Суфья вызвалась сходить вместо меня, но только если ты ее проводишь. Провожу. Байк, пусть твой поход окончится скоро. Раньше, чем ты окончательно потеряешь себя. Qu'est-ce que tu fais?